Ну вот сегодня у нас алые паруса. На сами алые паруса мы, конечно, не попадем. Но зато мы можем поснимать, что творится в Питере перед ними. Вот мы на Исаакиевской площади. Сейчас пойдем ловить бригантину с алыми парусами. Посмотрим, где она. Ну вот у нас выпускники радостные фоткаются. А хотя нет, это не выпускники. Это свадьба. Ну такие все молодые, что я подумал, выпускники. По бедному несчастному газону. Ну какую это птали. У нас сегодня пасмурно, но жара все равно 29 градусов. Вчера было 35, а в некоторых местах в машинах до 40 фиксировалась температура. Так что у нас как положено. Полно полиции. Идет за порядком. Мы в тенечке. Ну что, попробуем. Ну сейчас посмотрим, что тут у нас творится у медного всадника. Тут, видимо, будут какие-то гуляния полиции навалом. Видимо, ждут. Музыка гремит уже. Это прекрасно. Вот опять свадьба. Или это не свадьба? Нет, ну судя по платьям, это выпускники. Вот она, энергетика будущего. Но я чувствовал, что без этого не обойдется. Вентиляторы не крутятся. А вот еще блогеры что-то рассказывают. Смотрите, как. О, бородатый рассказывает что-то. Мы не такие. Мы лицо свое не светим. Точного хозяйства человека общества. Будут музыку играть или нет? Thank you.
веселую толпу выпускников. Прикольное сочетание. У мальчика короткие брючки, у девочки длиннющие платья. Ох уж эта мода. Сегодня праздник. Народ убивает и закусывает. Видимо, это тоже выпускники. А нет, это все-таки свадьба. Лица грустные и уже пьют. Так у нас и начинается. Ну, это Петр Первый, как вы понимаете. Мочит какую-то змеюку. Опять выпускники. Потом вся эта толпа вернется. Впереди зимний дворец, дворцовый мост. Сейчас попробуем там пройти. Да. К счастью, молодых ребят. Кто-то даже вон сердце показывает. Бонивур, наверное. Традиция в этот день в Питере идут дожди. Позапрошлый раз были дожди. В прошлом году вообще, по-моему, не было. Все сидели по домам. Хотя заболевших было гораздо меньше, чем в этом году. Ну, у нас особенное отношение к эпидемиям. Для россиянина это все мелочи. И суета. Суету разводить мы, как правило, не любим. Со стороны Невы. Когда это место заберут военных, сделают тут музей, будет потрясающий музей.